Приветствуем всех на канале Девкладоискатель. Сегодня у нас очередной вечерний коп. Мы решили на пару часов выехать. Вот видите, знакомая вам всем машина. Это Владимир Наумов. Кто у нас со стрима, все знает. Вон они там с товарищем ходят по полю. Смотрите, была мечта походить по такому полю. Смотрите, какая красота. Не засеяно, все выровнено. Шикардос. Ходи и наслаждайся. Вон трактор еще выравнивает, ходит. Не засеяно. Красота. Мечта. Ждем находок. Посмотрите, какое шикардосное поле. Это мечта просто ходить по такому полю. У некоторых блогеров посмотришь, они ходят по таким полям, думаешь, ну когда же мы походим? Вот он случай. Правда, у нас всего лишь пару часов. Так, у нас встреча сегодня с Владимиром Наумовым. Смотрите, что. Уже успел нашинковать. Уделка, ёпарный театр. Моя мечта. Так, класс. Это у нас пятачок закусанный. А это что такое? Что-то тоже очень старинное. А это ВРПшка, что ли? Одна ВРПшка. Это шмурдяк. Почему шмурдяк? Может, тоже ВРПшка? Нет, это не то. Молодец. Что говорит, есть? Плохое поле. Заелись, блин. Если не сказать, здесь зажрались. Нет. Он тоже вместе ходит. Приехал после меня. Одного нет, только нашел. Ну, у нас время вообще нет, чтобы разъезжать туда-сюда. Да здесь вот поле, буквально 500 метров. Ну, ты уверен, что там лучше будет? А зачем ты сюда приехал, если уверен? Ну, это первое, потом второе, потом третье, потом четвертое, потом пятое поле. Понятно. Чего ты предлагаешь, ехать туда? Ну, погулять можно еще. Давай погуляем. Вон там где-то нашел эту чешуйку. Так, где вон тут? Там в основном чешуйки, но там просто... Где традиционно, где была деревня вон, сама? Вон, видите, возвышенность чуть. Здесь деревни не было. Фундамент, а что? Типа рынка, наверное, что-то такое. Ярмарки? Угу. Вот, лет 10-15 назад мне сказали, здесь вот такими карманами уходили. Вот возвышенность, да? Угу. Ну, будем ходить. Опаньки, у нас первая находка, и прямо на поверхности. 36 ногой ширнул просто. Опанька. Это что у нас тут такое? Да ёпарный театр, это же, по-моему, портретник какой-то. А, нет. Да сохран тут песочки, смотрите, что. Екатерина. 2 копейки, 1769 год или 66. Отлично. Не зря зашли. Сохран просто бомба. Класс. Опаньки. Вторая монета. 21 год. ВРПшка Петровская. Вот класс. Так вот. Горбатых лечат, да? Так, первая находка. Мы переехали на новое поле. Там все на том выбито, но все равно не помешало империи найти. Первая находка на новой локации. Пуговка, гирька. Комарики, заразы. Слышали? Надеюсь, что это империя. Так, это что, камушек, да? Ну-ка, ну-ка. Что это у нас? Может, алюминиевая банка быть, конечно. Точно. Вот да. Ну, что-то алюминиевое. Обломись. Регулярно такое бывает. Ну ладно. Мусор забираем с поля. И прозваниваем. Вот она была. Не говори. Комарики, да. Еще одна находочка. Конинка.
хоть что-то. Володь, конинка. Чпок. Смотрите, что. Это, по-моему, кончик от пропеллера. От креста вот такого огромного. Я ни разу не находил. Офигеть. По-моему, да. А что еще может быть? Смотри. Ну да. Ты представляешь, какой он был? Такой нет. У тебя такого нет? Ничего близкого нет? Он у меня верхушка похожий. Ну, бери. Дарю. Да, я такие вещи как раз собираю. Да, находка зачетная, конечно. Это ты сегодня, сейчас нашел? Здесь, на этом поле. 53-й, 55-й. Надо больше. Сохран хороший, смотри. Ну да. Как будто этот. Шик. Нехоженая. Ну, тот. Хоть что-то. То есть здесь, блин, чешуя, медь. Где она? Чешуя, медь. Комары, сука, не очень комфортно ходить. Кстати, говорит, наконец-то у нас первая чешуя. Даже еще не распечатал. О, это не петровская. Нет, какая-то ерундовина. Грозная, наверное, да? Зализанная в хлам. Грозно. Хотя нет, там много легенд длинная. Это, наверное, Михаил Федорович. Да, вообще зализано. Ну вот, может, что там? Покружим чуть-чуть? Копьеносец со мной, да. Это копейка. Иван Грозный, отлично, отлично. Скоро начну разбираться в чешуе. Вторая попытка в онлайне выкопать империю. Тот раз был алюминий кусок. Что сейчас? Но очень похоже. Этот раз у нас пенициллин. Вот зараза. Так, все, закругляемся. Комары зажрали. Сейчас покажем в конце, что мы тут накопали за 2 часа. Втроем. Да. Я верил в нее. И я ее нашел. Это у нас 2 копейки. Капуста. Сохранчик тоже хороший. Отлично. Неплохо погуляли. Ничего себе. Так, точно. 2 копиндоси и сохран неплохой. Собираемся. Так, на сегодня все, закругляемся. Погуляли, неплохо, пару часов всего. На троих у нас вот так вот. В принципе, неплохо. Ну что-то, а вот это? Это то, сейчас отдельно покажу. Смотри, сколько империи. 1, 2, 3. Сколько тут еще? А, 4. Плюс к этому Володь нашел уделку. Я нашел кусочек пропеллера, задарил ему. Ну, нормули. Ну, а это вот богатство Владимира Наумова. Сейчас Оля тут копается, выбирает себе. Так, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До свидания.